Тверской области в ближайшие 3 года построят 11 детских садов и 2 школы. Губернатор Игорь провел в правительстве Тверской области совещание о строительстве объектов образования, которые планируется построить до 2022 года. В этом году в регионе начинается и продолжается строительство 7 детских садов в общей сложности на 840 мест. 2 учреждений в Твери, по одному в Торопце, Торжке, Лихославле, Калининском и Максатихинском районах. Также запланировано строительство еще 4 детских садов на 600 мест, 2 в областном центре, по одному в Калининском районе и Вышнем Волочке. В высокой степени готовности находится детский сад в микрорайоне Южный в Твери. Начато строительство нового дошкольного учреждения на 100 мест в Торжке. Ведется подготовка площадки для возведения детского сада на 110 мест в Лихославле. На совещании обсуждало строительство новых школ. Так, в Твери в микрорайоне Радужный возводится школа по национальному проекту образования. Объем финансирования более 1 300 000 000 рублей.